Здравствуйте. Туполовы. Карина, Виталий. Обнаружил, что я сильно храплю где-то года 3 назад, когда меня будет жена и говорит, хватит храпеть. Вещественное доказательство. Почему это произошло, честно говоря, не знаю, но я так понял, я поднабрал немножко и думал, что у меня отечность. Просыпался я всегда на спине от храпа, потому что западал у меня там язык. Избавиться от храпа не могу. Не помогает ни одно из средств. Такой вот пластырь ментоловый, наклеиваю его на ночь себе куда-нибудь вот сюда вот на грудь, вот таким вот образом. Его пары идут, пробивают нос, судя по комментариям жены. Не очень сильно помогает. Мне приходится уходить в другую комнату, там спать. Не высыпаюсь по ночам, утром встаешь уставшая, не выспавшаяся, недовольная. Храпел. Что делать?